Mən Elvin Salmanov. Çoxsu məni tanıyır Elvin kimi. 14 yaşındayım və 6 yaşından oxumaq başlamışam. Критики мне тоже говорят, ну, может, из-за того, что я так красиво одеваюсь, ну, типа, там лежит что-то такое, то я сразу должен убрать это все такое. Но мне сказали, что я слишком самодовольна. Вообще, я шел на шахматы. У меня в этом было продвижение тоже, но я выбрала музыку. Как я только пою, я слышу только себя должен. А потом, после как я спел, тогда и можно уже расслабиться и посмотреть, как на тебя отреагирует публика. Buradan tamaşaçılara demək istəyərdim ki, baxın səs uşaqlar layihəsinə və bilin kim nömrə birdir.